И продолжаем наш выпуск. Искрометные шутки от обычных студентов с иронией и некой насмешкой говорили о людях, быте, жизни и о современной политике. И даже ее представители, министры, сидящие в первом ряду на приколы об идеальной власти, не обижались. Ведь это четвертьфинал КВН, клуба веселых и находчивых дагестанцев, главная цель которых вовсе не обидеть, а рассмешить. Сотни людей, сидящих в зале, развлекали команды из различных вузов. Два часа выступлений, по итогам которых определили победители. В полуфинал Дагестанской лиги КВН пробились команды «Южная культура» и Дагестанский аграрный университет.